Всем привет! Сегодня буду выбирать новый скин. Этот мне уже надоел. Ссылки на все скины будут в описании к видео. Итак, первый скин. Это у него броня из редстоуна. По-моему, ничего особенного. Сзади вот так выглядит. Следующий скин. Это Капитан Америка. Прикольный. Похож. Сзади вот такой. Тоже прикольный. Классный скин. Следующий. Неплохой скин. Цвет мне не очень нравится. Это сзади. Значок Крипера. Неплохо выглядит. Прикольный, но цвет не очень. А это деревенский житель. Смешной скин. Сзади вот так. Идея прикольная. А это Патрик из Спанч Боба. Забавный. Это сзади. Прикольный скин. Похож как в мультике. А вот этот прям крутой. Очень классный. Алмаз нарисован. Прикольная идея. Да, пока мне этот скин больше всех нравится. Следующий. Тоже прикольный. Это сзади. Прикольно. Это значок Ютуба. Неплохой скин. А это Супермен. Похож. Вот так сзади. Прикольная идея. А это Мишка Фредди. Крутой. Мне нравится. Сзади ничего особенного. Прикольный скин. В общем, я выбрал вот этот скин. Очень классный. И сзади классный. Так что теперь это мой новый скин. Кстати,
Ялте в путешествии. Когда выйдет это видео, я буду в Сингапуре, в Леголэнде. Там постараюсь снять видео и выложить на Кокосюб. А на сегодня это все. Всем пока-пока. А это Супермен. Похож. Вот так сзади. Прикольная идея. А это Мишка Фредди. Крутой. Мне нравится. Сзади ничего особенного. Прикольный скин. Смешной скин. Сзади вот так. Идея прикольная. А это Патрик из Спанч Боба. Забавный. Это сзади. Прикольный скин. Похож как в мультике. А вот этот... Всем привет! Сегодня буду выбирать новый скин. Этот мне уже надоел. Ссылки на все скины будут в описании к видео. Итак, первый скин. Это у него броня из редстоуна. По-моему, ничего особенного. Сзади вот так выглядит. Следующий скин. Это Капитан Америка. Прикольный. Похож. Сзади вот такой. Тоже прикольно. Классный скин. Следующий. Неплохой скин. Цвет мне не очень нравится. Это сзади. Значок Крипера. Неплохо выглядит. Прикольный, но цвет не очень. А это деревенский житель. Прям крутой. Очень классный. Алмаз нарисован. Прикольная идея.
Да, пока мне этот скин больше всех нравится. Следующий. Тоже прикольный. Это сзади. Прикольно. Это значок Ютуба. Неплохой скин.